И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жака. И с вами Тиранит. И сегодня мы продолжаем играть в Самп на сервере Сапфир, Diamond RP. И, в общем-то, мы за серией очень много работали. Мы наработали там примерно 200 тысяч баксов. Вот, и в этой серии мы бы хотели получить водительские права и, собственно, перестать быть бомжами и сделать себе нормальные скины. Но мы до сих пор здесь не ориентируемся в этой карте, и поэтому нам придется спрашивать людей или нанимать такси. Я бы сказал, что в карте мы не ориентируемся на местности вообще. Ну да. Вот, короче, мы должны сейчас найти таксиста, который нас подвезет до гримерочной, я не знаю, как это назвать. А может, спросим у людей там на лестнице? Давай, давай, типа бомжи спросим. Давай. Они по-любому знают, ага. Мне надо срочно скин менять, я не могу так говорить все время. Скажи, пожалуйста, где тут скины менять? Где тут такси вызывать? Нет, такси вызывать, я думаю, мы пока не сможем. О! Чего не сможем? У нас бабок-то хрена. Бабок-то до хрена, а вот телефона ни хрена. Ну так на... Такси иди вызовите, ё-моё. Автобус. Господин автобус. Нельзя капсом писать, нельзя? Не знаю. Ну, а типа РП? Ладно. РП, в реальной жизни нельзя капсом писать, чё? Не знаю. А, меня уже не сбил. Блин. Чё ты для сигналишь? Сука, скинь где? Не могу. Нам нужно такси, где такси? Смотри, куплю любое предприятие, 170 тысяч. У меня как раз есть 170 тысяч. Ну давай, чё, предприятие? Так он купит, он не продает. А, он купит. Чего они катаются тут? Автошкола, 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 садимся. Все, садимся, садимся, садимся. Давай. Как тут сесть? На джи. Мы уже дверь кто-то выбивал. Садись быстрее. Эй, сажусь, все. 80 баксов, это грабеж. Да не, нормально, пойдет. Кстати. Садись как-то впереди. Не знаю. Сейчас охрененный просто водитель, сразу столб сбил нахрен. Я короче включу какое-нибудь нормальное радио. Какое радио? Я не хочу радио никакое включать, ты чё? Авторские права, вся хрень. Не-не-не, тут нету вроде. Что значит нет, есть? Ну, в смысле, дайте не. Что? Ну, не знаю, у меня в прошлой серии тоже было радио, ничего же не забанили. Ну так, а ты его не выключал? Нет. А я его выключил. Ну вот, видишь, все хорошо. Ну ладно, давай что-нибудь включим, какой-нибудь музанчик. Это хрень какая-то. Тут какая-то музыка, видимо, без авторских прав. Может, специально подбирали для летсплеера вся хрень. Ага, конечно. Вряд ли. Да сколько тут играет летсплеера? Я просто в панике. Если мы сейчас на кого-нибудь наткнемся, на какого-нибудь летсплеера, я буду вообще не удивлен. Не, я думаю, на этом сервере нету, они все же на разных снимают. Ну а откуда ты знаешь? Вдруг сейчас зайдет какой-то хрен. Ух ты, ух ты, ух ты! Воу-воу-воу! О, прикольно. Выйдите. Выйдите, нифига себе, это что такое? Не знаю, может, они кого-то ловят. А прикинь, они нас ловят. Чё-то мне очковое, слушай. Чё тебе очково? Смотри, выйди на разборки, разборки. Да смотри, его сейчас там будет прессовать. Просто положит и все. А тут же нельзя плавать, да? Плавать можно. Можно. Я уже думал просто взять сейчас выйти с автобуса и прыгнуть в воду и поплыть нахрен отсюда. Хотя не знаю, может быть здесь типа в Сампе изменено, типа нужно учиться плавать. Хотя хз. Я думаю, можно. Пока. Выйдите из машины, пока. Сосибол. Ну чё, вы нас пропустите, нет? Здравствуйте, я сотрудник департамента полиции. Вы пересекаете там, можете предъявить ваши документы. Нахуй, пожалуйста. Боже мой. Смотри, бомж, бомж, документы. Я в панике, одни бомжи. Чё он боком? Что это такое, что было? Не видел, боком передвигал? Да. Знаешь, какой-то на скейтборде такой. Он наркоман, вяжите его. Что за хрень? Все в порядке, всего доброго. Пока автобус. Он снял мои 80 баксов. Куда он пошел? Где автошкола? Офицер! Офицер! Он нас киданул. На 80 баксов. Сейчас так и напишем, подожди. Нам... Вызовите нам такси. Ой, бедный пацан пока. Ой-ой. Ой, смотри, его полицейского убил, полицейского убил. Фигачим. На, на. На, пьем. Мы сейчас в тюрьму попадем.
В жопу, давай, давай, вот этого бей. Да он плохой, я тебя не знаю. Убегаем, убегаем. Да все, все, мы не трогаем тебя, ё-моё. Чувак. Офицер, ё-моё, вызовите на... О, смотри, он его арестовал. Хрена себе. Ни хрена себе. За мной. Так, валим отсюда, ещё нас арестуют. Где нам найти автобус-то, ё-моё, ё-моё. Я не знаю. Всё, мы вам уже. Да, ну, ты видел вообще, взяли... Что за серия? Да блин, ты чё, издеваешься, мы опять потом хрен знает, сколько будем сидеть в той аптеке, ё-моё. Банк. Зачем нам банки? Вот так, тебе надо банка? Ну да, деньги наши, смотри, то вдруг арестуют, ну, заберут да. Автобус! Стой, а пожалуйста, я, родной! Автошкола, автошкола! Все, сажусь! Блин, он тебя задавил! Автошкола, я сажусь, спасибо, спасибо, спасибо тебе, Господи! Вы спасли меня! Ты не проедешь! Он сейчас опять заданет на баксы! А чё дверь не закрываешь? Мне холодно! А, блин, шесть. Это не тоже ведет, не? Тоже, смотри, это тоже мудак. Где, где, где мои баксы? Не, да чё, нормально, мужик? Ну, вообще нормально, посмотреть. Я бы так же бы сделал. Посмотреть на текстурки. О, машина, машина. О, всё, приехали. А, нет, все одинаково. Да, всё, приехали, выходим. Окей, как выйти? О, всё, я вышел. Всё, погнали. Всё, окей, отлично, тоже вышел. Вот это, всё, теперь начинается игра. Пошла жара. Жара только что была на мосту. Когда чувака там взяли, ни за что. Всё, пойдём. Почти ни за что. Площадка. Подумаешь, копа убил. Ну, давай, ой, давай, приходим и сразу заговариваемся, чувак, ну вот тебе стоп, сколько там... Подожди, здесь? Это какая-то другая хрень. Эй, я не вертолет хочу учить. Подожди, стой. Летим вокруг автошколы. Мы куда-то не знаю, пришли, походу. Летим. А, вот. Садись, вот, вертолет. Не-не-не. Ты где? Стой, Сероник, я нашел и нашел, иди ко мне, вот где я. Где ты? Блин, заходи в главный холл этот. Обратно зайти? Да. Я тут на вертолете чуть не полетел, чувак. Да забей на этот вертолет. Вот, смотри, вот сюда, пойдем. И что тут? Вот, все, сдаем экзамен. Это ездовать? Да, подожди, вы выбираете вид транспорта, на который хотите получить лицензию. Наземный транспорт. Давай, наземный транспорт, окей. Да, добро тут пожаловать. Тут еще очередь на экзамен, слушай. Так, почитайте, заполните. Что? Сдайте текст. Школа вождения. Сдайте практически. Далее. Че? Какова максимальная скорость транспортного средства по пригороду? 60. А у тебя тоже это вопрос, да? Нет, у меня разрешен ли обгон впереди движущегося ТС по городу? А, блин. Короче, я предлагаю поставить на паузу. Давай поставим на паузу. Запрещенно. Ну, давай. Все, Тиранит, короче, сдал экзамен. Я вообще изи сдал, я не знаю, что ты на паузу нажимал. Давай. Подожди, какова максимальная скорость транспортного средства по пригороду? Ну, говори ответы. А 100, 110, 60, 90. Пригород? Да. 100. Ты уверен? Ну, не больше 100 где-то так. Может 90? Это пригород. Ну, подожди, еще раз. 100, 110. 100, 110, 60, 90. А, 90, 90. Окей, 90. А, к сожалению, вы ответили неверно, тест провален. Что? Да, давай еще раз. Так, далее. Какова максимальная скорость транспортного средства по пригороду? Ну 100 давай. 100. К сожалению, ответили неверно. Подожди, ты точно этот экзамен сдавал? Да у меня не было вопроса по пригороду. Ты, может, сдавал воздушный транспорт, слушай? Нет, земный. Чувак, госномера должны быть спереди и сзади. Это что, воздушный транспорт? Подожди, еще раз, давай. А, о, смотри, другой вопрос. Какова максимальная скорость транспортного средства по автомагистралям? По автомагистрали там самая максимальная. 150, значит. Или нет? Там вообще по автомагистрали там нет никакой скорости, там просто как гонишь. О, да, правильно! Что такое ДТП? А, дорожно-транспортное происшествие. Угу.
Динамит, Толян, пидорас. Когда можно включать дальний свет фар? Ребят, напишите в комментариях ДТП свои варианты. Просто расшифровывайте. Обязательно почитаем. Вот, например, динамит, Толян, пидорас. Давай. Я даже не буду дальше экзамен сдавать, слушай. Ладно, когда можно включать дальний свет фар? В городе, в пробке, на трассе, при... На трассе, у меня был этот вопрос. Хорошо. Так, стоит ли соблюдать грузоподъемность тягача? Да. Я тебе серьезно говорю? У тебя такой голос, да! Я бомж. Должны ли быть видны гостомера автомобиля? Ну да, спереди, сзади. Так, все, не входите завтра в школу. Ну, и что теперь дальше делать? О, вот смотри, вот, очередь на экзамен, ты первый. А, окей, а и чё? Все, пойдем сдавать что-то еще. Куда иди дальше? Подожди. Сказали же, не выходи. Вы за это ждете, вас вызовут для прохождения экзамена. Вы уже прошли тестирование. А, ну да. И чё? Подожди, а кто нас вызовет-то? Я не знаю, кто нас вызовет. Может, проститутка какая-то? Тут сортира есть. Слышь, может, нас проститутка какая-то вызовет? Я не знаю. Я не против. Подожди, сейчас должна быть практическая часть, то есть мы сейчас должны поехать куда-то. А кому? Кому? А, ну понятно, здесь даже никого нету. Алло! А чё, кто, что, как? Охрененно сдавать права просто, я в панике. Мне кажется, вот здесь это должен быть кто-то. Стоп, подожди, перед нами был еще какой-то чувак, да? Ну он куда-то улетел, ну тёлка какая-то здесь бегала. И чё она сделала? Не знаю, она просто убежала. Ну круто, чё? Так, я не знаю, чё, блин, как вообще чат писать, я не знаю, по мобильнику там смс никому-нибудь, ё-моё. Ай, блин, я не знаю, что делать. Смотри, там по радару какой-то чувак или что-то, я не могу понять, что, где? Что? Можете попробовать выйти? Подожди, давай выйду. Давай, выйди, я посмотрю на твою очередь. Подожди, а вот! О! Так, о, отлично, вы зарегистрированы на сдачу экзамена, ждайте своей очереди. Давай. Так, здравствуйте, я экспериментатор Виктор Финкс. Сегодня я буду принимать у вас экзамен. Будьте добры, ваши документы. Он пишет пас. Пас. Вот, а, пас и ID игрока, пас. А у меня какой ID, скажи, пожалуйста. Какой у меня ID? 176, а у меня. 176, у тебя 186. 186, подожди, 186 у меня? 176. О, лет, кстати, 3, ок. Все, я достал. Все. И чё? Виктор, давай! Виктор, не тупи! Братан, давай! Витёк! Мне покажите! Мне... Как? Как? Инструкция Ларики высвободила выражение экзамена. Вот все, я иду за ним. А, всё, поздравляем, вы сдали экзамен. Это ему ID надо написать. Пас. Так там чувак только что прибежал тебе. Что, чувак? Принял? Да. Чё я не это? А что дальше делать? Показал Виктор. Пожалуйста, пойдемте за мной, окей. Все. Я ты что, можешь водить водить машину? Я не знаю. Я, какого хрена я тогда прохожу это? Витя! Витя, я тебя дам на лапу. О, слушай, мне, короче, мне без экзамена пустили. Пипец. Я к тебе перелазить, тиранит. Подожди, я... Куда я на заднем сиденье сел? Я к вам, пацаны. Да подожди, я на заднем сиденье сел почему? Да почему назад сажу? Потому что ты нажимаешь на G, а не на Enter. А, на F надо, во, все, нормально. Ой, нужно еще как-то завести, слушай. Все, я сел. Едем за... Подожди. Так, почему я не могу? Дайте я выключу радио. Так, едем куда? Едем подожди, за... Подожди, а мне как? Мейкай вокруг секундочку. Конусов. А как ехать-то? А мне когда сдавать? Секундочку. Или я уже сдал. Так ты посмотри свои права, может у тебя там уже написано. Жди. А где мои права? Я откуда знаю. Пас напиши еще раз себе. Пас... Какой у меня там? 188, да? Да. Так, законопослушность 2, урон... Номер дома, класс дома, национальность, американец, мистер робот... Ничего нету такого про... Заполняет бланки на лицензию. Ха-ха! Прикольно. Поздравляю, вы сдали экзамен. Всё? Чё? Всё? Можно... Можно теперь... Всё? Я. Эй! Витя! Витя, братан, помоги. Так что, мы сдали или не сдали? Я так и не понял, слушай. Как узнать-то, ё-моё? Витя, Витёк. Извините, я могу водить транспорт? Я уже могу водить. Лик 63 он написал, Лик. 63 пишет.
А чё, лик? Ты чё, будешь что-то ликать? Показал лицензии. Не знаю. Да. О, я могу водить. А ну, давай. Где машину взять? Ликни мне, ликни мне. Ща. Как там лик? Сколько я, чё? Лик 63. А, лик 76. Да. Так, это водительские права есть, лицензия пилота нет, лицензия на водный транспорт нет, лицензия оружия нет. Вот, а надо на оружейный завод там, нет, куда, где лицензию брать? А ну, сейчас, подожди, Витечка. Скажите, пожалуйста. Как вызвать где такси? Где взять тачку? О, блин, нам нужна тачка. Давай, Витечка, ты прославишься, я тебе сделаю звезду. Си-55. А, вот, вот такси. Так, отлично. А, на, валим на улицу, сейчас такси вызову. Давай, давай, иди. Подожди, я попробую тачку угнать. Вот, а тут уже тачка какая-то стоит. А, ага, отлично. Нельзя на ней кататься. Транспорт только инструктора, мы экзаменуем. Кстати, нам просто, нам, короче, на халяву дали эти... Так, классно же. Права, ну круто, да? Давай. И пришлось даже деньги ему давать на лапу. Так, у вас нет телефона, вы можете купить его 24 на 7. Блядь, так мы не сможем такси вызвать, у меня нет телефона. Витя! Витя, телефона нету, вызывай такси. Где тут Витя? Витя! Я иду к Вите. Так, Витя! Телефона нет. Вызови такси, пожалуйста. А, боже мой. Где? Где купить? Ну, идем, он, идем, он будет. Где продавать машину можно купить? Да пошли, он сейчас покажет, это купить. Ну, это, где? Да давай машину купим сразу. А где-то тиранит? О, такси приехало! Ты где? Ой, не, я боюсь. Вот такси! Ой-ой-ой, я сейчас. Такси! Все, я сажусь. Чё, говорить надо, куда ему ехать-то? А, мне лицензию на водный ТС можно. Довези до... Ёпта. Работай! Место, где получать скины, пожалуйста. Работай, такси, мы тебе бабки даем. Где взять тачку, скажите мне, пожалуйста. Нам нужна тачка. Фига себе, на водную лицензию надо 10 штук, прикинь. Вас паспорт и медкарту, я в панике просто. Иди жопа отсидана. Не трогай Витю! На тебе, Витя! Ой, я прям опасный. Блин, я не знаю, где такси? У меня нет мобильного, где мобильный купить? Стой! Витюня! Витя! Где купить? Блин, купить! Где машину купить? Слишком много вопросов. Не, где машину? Нам нужна машина. Такой бланк и ручку. О, сейчас, подожди. Марк, вези нас в магазин. Воу. Там аж какой-то чувак проехал, извини. Воу. Что? Привет. Так, такси. Скажите, пожалуйста, где можно машину купить? Денег. Денег навалом. Вдруг он нас сейчас ограбит. Что? Как ограбит? А что, можно грабить? Не знаю. Ну, сколько пизды дам. Да. Алло, какую крутую? Какую крутую? Да, крутую. Напиши, на 170 баков есть. Ой, я поехал. А, вот! Я сегодня пока тиранит. А меня возьмите. Пока тиранит. Мудаки. Не волнуйся, я... А ты с этим, ты с Некитом есть, с Некитом. Я пойду за Некитом. Ой, что-то взрывается. Мы, короче, едем куда-то. О, меня довезли, слышишь? Куда? До автосалона. Некит, веди. Стоимость 3 миллиона рублей. Давайте сумку сцене, да. Давай, веди меня. О, я сейчас себе куплю машину какую-нибудь. И чё? Скин мне надо, скин! Да какой как... скин? Покупки машины. Да! Какой именно?
Какую именно мне машину именно выбирать, я не знаю. Какая-то розовая даже есть. О, ладно. О, все, поехали. Слушай, я машину покупаю, какую мне машину взять? Хорошо, я уже еду на мотоцикле. Тут есть машина, тоже... тут есть машина за 18 тысяч. За 18 нормально. Фигня полная. Ну, вези меня, ёпта. Слушай, реально, скажи, пожалуйста, тиранит. Тут есть и за 100 тысяч, есть и за 40, я не знаю, какую мне брать. Короче, я за сотку возьму, ладно? Shadow отвез. Ну, блин. О, для покупки вам необходимо гараж, дом или отель. Ну вот видишь, нам надо дом. Зашибись. А он далеко тебя вообще вез? Нет, очень тут близко. Стой, подвези, денег дам. Да, хорошо. Стой. Дам, блин, штуку. Стой. Помоги, пожалуйста. Ну ладно. Стой. Подвези до того места, где скины можно покупать. Да блин, ты меня бросил! Ты меня бросил! Подожди, я сейчас... Я сейчас... да блин, задолбал он! Он уезжает от меня! Не, брат! Да подожди, где... О, меня сейчас этот чувак будет вести, она отлично. Докуда? Я не знаю, некий, давай. Подхвати меня, пожалуйста. Я не знаю, где ты, все, ты меня сам кинул. Я в автосалоне, помоги мне! Тиранит, я тут застрял! Автосалон, поехали. Давай. Я тебе могу продать, заплачу. Да поехали в автосалон, у меня даже дома нету. Какой ты резвый, что это такое? Дома нет. Парня только что попросил, который был с нами тут. Вот, вон там чуваки, вон. Трутся, да? Да, все, сейчас. Чуваки, нам скин надо поменять. Ребята, сейчас напишем. Давай, пиши за штуку баксов. За штуку баксов, давай. Помогите, пожалуйста. Пиши за штуку баксов. Сейчас, не могли бы довести нас до места, где ставить... спасибо. Денег много. Ну, довезите, ребят, пожалуйста. Ну. О, вон едет Некит. Помоги, пожалуйста. Довези до места, где ставить скины. Да, Дим, давай, заплатим. Заплатим. Ну, Некит, давай. Пожалуйста. Вызови свою тачку. Ну, брат, иди сюда, ну, блин. А где он? Что, он исчез? Он бежал. Да? Таксистов тут вообще ничего нету. Что делать? Как ехать? Я в шоке. Давай уже в следующей серии пойдем все скин менять, все. Давай, ладно. А что мы в этой серии сделали? Ничего мы не сделали. Да не гранди, мы права получили. Ладно. Ребят, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Если вам нравится сам, то ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наши каналы, которые будут в описании. Да. Вот. И VIP-сервер тоже в описании. Да, сервер, да, обязательно. Вот. И с вами был Shadow Prisak. И Тиранит. И всем удачи, всем пока.